Советники директора по воспитанию появились в образовательных учреждениях 11 регионов России. На территории Московской области пилотный проект стартовал в Одинцовском округе. Весной в онлайн-формате прошел открытый конкурс «Навигаторы детства». По его итогам отобрали 2500 педагогов, которым предстояло стать теми самыми советниками. 8 из них работают в нашем муниципалитете. Кто-то педагог, кто-то заместитель директора по воспитательной, да, эти функции дополнительно на себя приняли, пройдя как онлайн обучение в корпоративном университете РДШ, так и очный модуль в международном детском центре «Артек» минувшим летом. Эти компетенции нашими и без того опытными коллегами получены. Никакого идеологического контроля, только вовлечение учащихся в активную деятельность. В ее основе проекты российского движения школьников. Разные направления и форматы. Каждый найдет то, что ему по душе. В тех образовательных организациях, где советники приступили к своим функциям, возможность для детей участвовать в проектах РДШ расширяется. Советник директора школы – это не заместитель по воспитательной работе, не педагог-организатор и не психолог. Он должен сочетать в себе обязанности этих должностей. Вероятно, скоро регионов-участников проекта станет больше. Следующий конкурс «Навигаторы детства» пройдет весной 2022 года. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».